Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу. Вашему вниманию предлагается экскурсия по новейшему кораблю Черноморского флота, фрегату «Адмирал Макар». Многоцелевой надводный корабль предназначен для поддержания благоприятного режима прилегающих морям, ведения активных боевых действий против морского противника, боевое охранение десантных отрядов, конвоя и других группировок. Главное размерение – длина 124 метра, ширина 15 метров, водоизмещение 4000 тонн, дальность плавания 4000 миль, максимальная скорость 30 узлов, автономность по запасам провизии 30 суток. Бессилено. Сомнение прочь уходит площадки. Ночь. Обратите внимание на ворота ангара. Он предназначен для хранения вертолета К-27 ВС, поискового-спасательного или противолодочного, который обеспечивает поиск и уничтожение подводных водных противников. Огонь угас, звучит другой приказ. Наша следующая остановка на торпедной площадке, где, вашему вниманию, предлагается два двухтрубных торпедных аппарата ДА-51-11-356 с пороховой системой, стрелковой, заряженной торпедами С-65 противолодочными. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. 19 000 метров. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Она предназначена для ведения боевых кораблей и поражения надводных целей, включая десятый наш десантный батальон, вспомогательные суда, плавучие дуги, Курская и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот, такие как дела, включая легкобронированную технику, когда отдельное сооружение и укрепление боевого типа, открыто расположенную и не поверится самим противника. Калибр орудия, а нынче нам нужна одна победа, количество одна на всех мы за ценой не постоим. 80 выстрелов. Одна на всех мы за ценой не постоим. Сразу за пушкой находится зенитно-ракетный огонь смертельный для поражения средств воздушного нападения в интересах самообороны и сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон 25 километров по воздушной. Десятый наш десантный батальон ракет. Сразу за зенитно-ракетным комплексом находится ударный ракетный комплекс «Калибр НК», предназначенный для уничтожения наземных или надводных целей противника. В состав комплекса входит вертикальная пусковая установка на 8 ракет. Тип боевой части ракеты – фугасного действия. Чуть дальше вашему вниманию предлагается реактивная бомбометательная установка ЛБУ-6000. Дальность стрельбы от 400 до 5600 метров. Глубина взрыва бомб от 15 слава до 350 Украине! Метров. Предназначена для уничтожения подводных водных противников. Озлобленный Путин очень желает уничтожить все наше, но он не знает, с кем он связался. Мы украинцы, и мы не сдадимся, мы будем бороться до смерти биться. Русский корабль, иди ты нахуй! Русский солдат, иди ты нахуй! Где-то убить за хуйло президент желает смерти всем на земле. Как Гитлер подох, подохнет и он, и победит на свете добро. Старый Бернун, пошел ты нахуй, и все твои орды пошли вы нахуй. Вы показали нам, что весь за тварь, ваша песенка света кранты вам достали. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Фрегат «Адмирал Макаров» вооружен машиностроительном заводе «Янтарь» 25 февраля 2012 года. Проектанция РКПБ «Город Санкт-Петербург» 27 декабря 2017 года включен в состав кораблей 30-й дивизии Черноморского флота. На корабле поднят военно-морской флаг. Слава Украине! Героям слава! Героям слава!
голос. Весь мир вместе с нами в нашей войне. Даем смертный бой кровавой орде. Мы будем сжигать, живем всех чертей. Кто смел убивать украинских детей? Мы победим злую орду, пропагандонскую эту страну. Русский фашист и путлерский сброд, и одурманенный зомби народ. Кто за войну и смерть наших людей, отправим грусть вести ваших друзей. Когда поймете, уже будет поздно. Так Украина отомстила вам жестко. Мы победим в смертельном бою. Мы снова отстроим нашу страну. Вернем наш Крым, вернем Донбасс. И никто не посмеет нападать на нас. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Слава Украине! Героям слава!